Всего полтора часа назад в сети опубликован новый клип ульяновских артистов Алекса Атамана и Финика. В прошлом году они буквально проснулись знаменитыми после выхода песни «Диалоги тет-а-тет», которую уже прослушали десятки миллионов человек. Теперь музыканты с треком «Юра Шатунов» завоевывают новую аудиторию. О том, где снимали клипы и что сказал тот, о ком в песне поется. Новую интерпретацию строчек из песни Юрия Шатунова артисты из Ульяновска придумали в Петербурге. А вот клип снимать решили у себя дома. Основной локацией стал 100-й губернаторский лицей. За премьерой в прямом эфире наблюдали ученики, которые впервые попробовали себя в качестве актеров. Вот это был такой эксперимент. Я считаю, что он удался. Надеюсь, что это будет частичка творческого развития наших ребят. А вот режиссером истории выступил наш коллега Артем Петров. Отснять весь материал было необходимо за один день. В итоге команда трудилась 18 часов без остановки. А этап постпродакшена и вовсе объединил сразу несколько городов страны. Этот клип является межрегиональным, потому что монтировали его как в Ульяновске, так и в Санкт-Петербурге, а финальную цветкоррекцию делали уже в Москве. Сам клип зрители увидят глазами оператора-постановщика Дамира Кадышева. За его плечами работа над крупными столичными проектами, где состав съемочной группы исчисляется десятками людей. Но в этот раз команда решила работать более узким составом. Здесь задача сделать то же самое и сделать это хорошо. Вот. Соответственно, задача в принципе невыполнимая, но на удивление, честно говоря, мы это сделали. Песня Алекса Атамана и Финика уже объединила поколение. Юру Шатунова в исполнении ульяновских артистов только в первые дни прослушали сотни тысяч человек. Нас слушают и старшее поколение, и очень старшее поколение, и ровесники, и дети, и вот от этого приятно. Но первым трек оценил тот, о ком в песне поется. Ты мой кумир, Юра Шатунов. Если честно, мы боялись, как он отреагирует, но он мне говорили то, что он добрый человек, и на самом деле, да, ему понравилось. Создатели клипа отмечают, у этой истории может быть продолжение. Внимательно присмотритесь к деталям. Мы надеемся, что этот клип – начало большой работы, которой сейчас готовимся и мы, и наши артисты. А вот какой работы, это можно будет узнать после просмотра клипа. Каждый зритель сможет понять, что же нас ждет. А пока новые проекты готовятся, артисты призывают оценить большую работу. Клип Юра Шатунов уже доступен на всех цифровых платформах. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.